Ща, подожди, блин, домушник. Тоже. Мне надо, блин, сначала у себя там дно обустроить. Обосрать. Так. Песчаник. Мне нужен камень. Мне нужен камень. Все, давай камень сейчас. Потом я построю, блин. Ну, я построю, когда уж раздвижные двери. Плохо у меня, правда, эти... Из красного сплава я не могу сделать, это хреново. Потому что они вот такие крутые, они по потолку ходят. Они, блин, они везде ходят. А в тебя не ходят, да? Ну, а тупо Redstone, он, блин, даже без мода, он без мода даже по стенке не ходит. А правда, блин, самое круче. Потом я вот, хотя сейчас я посмотрю, как сделать. Может, я установлю этот мод. Все, сейчас, пойдите, бывать себе жнеда. О, булыжники сразу появились. Кирка мне нужна, нормально. Пойду кое-что сорву. Что ты снимаешь? Да снимается, снимается, боись. Вижу, устал. Давай, бей. Я для себя, походу, комнату сделал уже. А я бассейн себе сделал. Организовал, так сказать. Гостиницу? Бассейн. Ну, что-то вроде того, короче, речка какая-нибудь. Сделай. Так рыбу, сделай, так рыбу разводить. Как я вчера парилку. Или баню. А, сделаю. Ну так, время придет, сделаю. Что я вообще делаю? Я, блин, делаю. Я, блин, вот этот слой беру сначала весь. О, как-то. Тебе уголь нужен? Нет, не нужен. А, ну все равно поздно уже. А что ты мне предлагал уголь? Ну да. Да у меня просто тут уголь на полу был уже. Ну был. Понятно все. Уголь. Ё-моё, ничего себе. О, верстачок стоит. А ты чё пропустил-то? Чё пропустил? Вот это место. Да я забыл. Я просто, блин, хочу одно сделать, делаю другое, блин. Блин. Да хорэ ломать-то? Да не, не надо ломать. Я помогаю тебе. О, уголь. Зачем? Опа, взял парочку. Лёха, не надо рыть. Не вот надо, закапывай, уже... закапывай, закапывай. А, ничего не видно, блин. Надо свет, нет. Факела, давай мне. Поживу под твоим домом. Да давай подвал сделаем, что. Это. Да, 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 что вроде того. Да ё-моё, свет пропал. Да поставь где-нибудь. Факел, все. А что ты не из алмазных блоков делаешь? Чё я делаю? Ну, дом. Ну, ты из алмазных этого кусков делаешь. Чё ты? Алмазных коробов. Ну, типа, давай, я дом делаю. Лучше это делать, из алмазных этих, как называется там, блоков, они круче. Ну, я знаю, они, блин, там надо в верстаке 9 алмазов совместить, один блок получится. Вот это дорогой дом получится у тебя. Ну, да. Ну, я же админ, не можно, чё. У меня этого полно. Все, для меня тут... Блин, меня бесит. О, для меня тут коморка есть уже. Чтобы он провалиться. Ну, сейчас сделаю кое-что. Вот так вот. Теперь... Стой.
А где? Да я то. Эй! Стас, а ты не знаешь, как добывать алмазы? В каком смысле? Ну, в смысле, если их киркой простой делать, они не добываются, что ли? Не знаю. Я попробовал твои алмазы посечь. Нифига, прикинь. Типа ты алмазы ломаешь и не упадают? Они не упадают. Ну, это потому что... Тону! Это почему? Вот так. Так, блин. Тут будет подъем у нас. Ты не знаешь почему, Стас? Чё? Ты не знаешь почему? Что почему? Почему я алмазы ломал железной киркой? Ну да потому что всё зависит от удачи чё-то. А? Это ведь... Ну смотри, если, например, ты это... Например, ломаешь траву, там ведь не всегда выпадают семена. Да. Одно и то же с блоками, тоже. Блок ломаешь, у тебя может выпасть, может не выпасть. А, ну это зависит, ну это в алмаз. Удача. Да? От удачи зависит. А алмазные я все время ломаю, выпадали. Блин, песок сломал. Блин, песок сломал. Сможем, не получается. Ладно, попробуем. Где мое видение? Капец, блин, а ты, я вижу, не опустился ни на один блок вообще. Я опустился, ну, я не опускался даже, я просто такую коморку взял для себя. А ты просто такую коморку делаешь? Ну да, как бы. Угу. Просто, вот она нормально как обучилась. Ну хочешь слезть, посмотри, там... хочешь, я даже разломаю. Здорово. Нормально. Я буду здесь жить. Дай мне... Ну я тут, короче, смотри, как сделал. Я тебя сейчас выкину. Все, что на электричестве. Ну смотри, короче, встань передо мной. Угу. И лови все, что я тебе кидаю. Лов. Я тебе кидаю, короче, печь кидаю индукционную, механизм новейший, генератор материи, утилизатор. О, утилизатор какой-то. Ну я не знаю, что это такое. Что мне ты кидаешь-то все? Подожди, я тебе потом все объясню. Так, значит, еще лови... где? Провести электричество. Железную печь, электрическую печь, экстрактор, дробилка, компрессор. Ну и генератор. Так, дерево объясняю зачем ты. Это поставь вот вдоль этой стенки. Вот вдоль что, вот этой стенки. Вот это? Ну да. Вот одну поставил. Не, много-то не ставь. Взял одну Блин, короче, все, я сам. Не, да, стой, я сам хочу. Вот поставь, короче, печку вот так вот. Вот так вот. Лицом на себя. А, вот так вот. Вот так вот. Это у нас железная печь. Типа вниз положил дрова, вверх положил булыжник. Угу. Сейчас вот что получится, сейчас я посмотрю. Железный булыжник? Нет. Получился камень. Типа из булыжника получается камень. Ух ты. Так, теперь ставь электрическую слева также. Это вот это, да? Электрическая, да. Это на электричестве работает. Это на, значит... А, индукционная печь, это, блин, это потом. Так, теперь следующую ставь. Вот это? Не, это убери. Тоже убери. Тоже. А все. А, вот тут. А, это поставь. Это утилизатор, вот сюда выкидывать его можно.
Утилизатор поставь, куда его ставить? Нет, другое. Вот это. Да. Сюда. Во. А, утилизатор это типа... А, ну это тоже на электричестве. Теперь поставь, чтобы лицом ко мне было. Вот так вот, да. Теперь обычно... Теперь что у тебя еще есть? Ну, у меня, смотри, вот это есть. Это ставь сюда, также лицом ко мне. Ну, к себе. Так, это у нас что? Это у нас дробилка. В ней, короче, берешь. Вот смотри, у меня железная руда есть. Берешь. Ну там еще. Сейчас, подожди. Мне надо батарейку, чтобы заработала она. Угу. Сейчас я сделаю батарейку и покажу, продемонстрирую, так сказать. О, ребатарейка. Так, вот, значит, поставил вниз батарейку, вверх камень. Не, давай лучше медь. А железная где руда там. Блин. Железной руды нету, конечно. Ну, исчезла она у меня. Так, вот, золотую руду поставлю. Что, с ним ничего не случилось, нет? И ничего не хочет делать. Подожди. Батарейка разрядилась. Ну, да, быстро что-то. Так она, блин, она, это... Мало энергии. Ставь туда стержень. Стержень ставь туда. Да, вряд ли. Куда урановый стержень, это он там электричество дает. Он не пойдет, я говорил. Я сказал, не пойдет. Блин. Ставь там. Батарейки слабые. Мультикристалл. Энергокристалл. Надо энергокристалл попробовать, может. Попробуй туда в этот в энергию. Этот алмаз поставил. Подожди, короче, посрать. Так, что у тебя еще есть? Вот это есть. И все? Ну еще вот это есть. Это уже это поставь справа также лицом там, к себе. Это у нас. Компрессор. Компрессор. Это он компрессирует сходу доски. Не, компрессор он как бы если туда положить. Ну, короче, не знаю, что там. Так, короче, смотри, сейчас я